Приветствую вас, дорогие мои. Сегодня у меня опять интересные виски. Ну, для меня, может, для кого-то уже знакомый. Для меня интересные виски, которые можно отнести скорее к категории ретро. Категории ретро, потому что бутылочка произведена в 2013 году. В общем, нашел такое в магазине. Сейчас про него расскажу. Также у меня новый бокал, который подарила подписчица, пожелавшая остаться неизвестной. Это Глинкер. Итак, что за виски? Это White & McKay, 13 лет выдержки. Ну, уже сама по себе цифра необычна. Сейчас плеснем и обсудим. Доделаем. Итак, что мы имеем здесь в наличии? White & McKay, Glasgow. Это бленд, который 12-летние солодовые спирты, солодовые, как уточняется, спирты, сделан из них купаж и помещен дополнительно на один год в бочке из-под Хереса. Что довольно-таки интересно. В целом, ну, прекрасно. Саму бутылочку я купил, если честно, случайно. Я все время проходил мимо нее, потому что выглядит она довольно-таки невыразительно. Это, ну, как-то вот она вот, ну, дешево довольно, ну, даже очень дешево. Ну, если не считать коробочку. Коробочка красива. Вот эти вот львы, бунтующие львы, которые говорят о... Ну, это все из истории семьи White & McKay. Можно почитать, у них были проблемы, так скажем так, с правительством. Вот, все у них там было плохо, и львы сначала были более скромные, а потом они сделали более разъяренными, бунтующие львы, так называемые. На пробочке, кстати, очень красиво они смотрятся, прям хочется оставить себе такую пробочку. Вот, и мне не нравился дизайн этой бутылки, почему она с 13 года стоит в магазине, да? Я все время ходил мимо, но они сделали скидку, против которой я не смог устоять, они скинули почти 1500, но он стоил так 3500, и я купил его за 2000 в итоге и притащил домой. Не знаю, сможете ли вы найти в магазинах его, но в магазине еще, в моем, допустим, сельском магазинчике, как я называю, осталась еще одна бутылочка. То есть, возможно, он там есть. Не такой уж это и ретро, не такой уж это и эксклюзив. Вот. Виски получил золотую медаль. Как написано в источниках в интернетах, как раз в 2013 году, с какого года эта бутылочка произведена, написано на коробке, что вот он, International Wine and Spirit Competition, 2011 год, золотая медалька, вот она нарисована здесь. Я думаю, интересные виски. На вечерок пойдет. Что мы у нас имеем тут? Надписи. Какая стрёмная бутылка, если честно, вот прям неприятно. Неприятно. Состав вода питьевая подготовлена, зерновые, солодовые, спирты здесь написано. Вот, и все, и краситель карамель. Также есть небольшая тут ремарка, что уникальная технология двойная выдержка. Лучшие сорта односолодовых виски, выдержанные 12 лет, помещают дополнительно на 1 год в бочке из-под хереса. Ну, то же самое, что я сказал, в принципе. И тут, но тут еще уточнено, что через год проводится второй купаж, то есть еще раз что-то перерешали. Ну, может быть и так. Правило, смешиваются выдержанные односолодовые и самые лучшие зерновые. Я не понимаю, то ли они смешали вот эти односолодовые 12 лет, потом их еще раз в бочке, а потом еще с зерном смешали. Что скорее всего, что... То есть, ну, как бы вы понимаете, что сам процент односолодовых здесь поэтому уменьшается, и поэтому может не так дорого все это. Ну, надо пробовать еще. Виски необычный. И в целом под Хэллоуин грядущий, 13 лет, 2013 год, двойная тринашка. Глинкен, конечно. Спиртоза присутствует. Хересность в запахе не наличествует. Возможно, ему надо побольше постоять. Ну, тут он запах приятный. Запах приятный, такой нежный, мягкий. С значительными долями красного яблока, как по мне.
легкая ваниль. И небольшие древесные нотки, но ну, ничего такого, чтобы я прям. Ну, я, в принципе, его и не планировал, что он меня шокирует. Я взял его на вечерок. Ну, приятно пахнет, прямо скажем. Ножки падают, но такие, не жирненькие, такие средние, средней паршивости. Попробуем. Пахнет приятно. Присутствует изрядная доля спиртоза, 40 градусов алкоголя при 0,7 бутылочки. Изрядная доля спиртозности, но очень много дерева, прям бочка прям вообще. Бочка здесь превалирует, поселилась прям. Хересность есть. Второго точка поприятнее. Обволакивает. Хорошо. Очень много ваниль. Насыщенный. Ну, очень насыщенный. Но вкус насыщенный, но сравнить с этим маловато. Я побольше люблю. Но хороший, хороший вкус. Ну, да, чисто типичный, короче, хересный. Хересный вкус вот этот. Приятный, хороший виски, хороший виски. Если найдете, берите. Не такой уж он ретро, если раз у нас две коробочки организовалось в магазине. Нет, он хорош. Он просто хорош. Берите, не раздумывая. Ну, если будет, конечно, такая же скидочка заманчивая в районе 2000. Хороший виски. Фруктики, сухофруктики. Достаточно насыщенность. Вообще нравится, вообще нравится. Прям распробовал, вообще хорош. Ну что ж, я могу порекомендовать. Могу порекомендовать. Как виски на вечер, как виски на Хэллоуин. Раз тут тринашка. Хэппи 13. Двойная тренажка, так, ну и на акцизы тоже тренажка. В общем, надо брать, надо брать. Берите, берите, не раздумывая. Тем более White & McCain, одна из моих любимых вот фирмочек. И такой прям эксклюзивчик от них, да? Берите, не раздумывая. Ну что ж, пока-пока. Не пейте много, пейте вкусно.